Вопросы охраны материнства и детства обсуждали сегодня на федеральном уровне. Председатель правительства Дмитрий Медведев провел селекторное совещание с регионами. Участие в нем принял губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. За последние 25 лет уровень материнской и младенческой смертности в стране снизился, отметил премьер-министр. Это потому, что вовремя была оказана медицинская помощь. Работа по созданию перинатальных центров началась около 10 лет назад. Тогда таких клиник в нашей стране были считаны единицы. Сегодня научные институты работают практически в каждом регионе страны. С 8 по 15 год было построено 25 перинатальных центров. В 14 году по настоящую пору у нас строится 32 перинатальных центра. Но работа эта завершается не во всех регионах. Было принято решение перенести сроки на следующий год. Запланированные на перинатальные центры средства из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования выделены. В Краснодарском крае работают 5 перинатальных центров. Еще один появится в Сочи. Все они оснащены современным оборудованием, отметил губернатор региона Вениамин Кондратьев. В крае увеличилась рождаемость и снизилась младенческая смертность. Сократилось количество абортов. За 10 месяцев на Кубани родилась почти 61 тысяча детей. Сегодня высокотехнологичное оборудование и вовремя оказанная медицинская помощь позволяют оперировать младенцев, у которых есть врожденные пороки развития и другие патологии.